Я живу под Ростовом, между прочим. Мой характер стал намного жестче. А тут по-другому и никак. Либо ты, либо тебя, либо нахуй спать. Я живу под Ростовом, между прочим. Мой характер стал намного жестче. А тут по-другому и никак. Либо ты, либо тебя, либо нахуй спать. Типы ночью приходили вчетвером. Говорят, ты, Саня, север, шашавуху заберем. Прикинь, эти тела пришли решать дела. Хотели в долг организовать блат. Да хувем, пацанята, вы чё совсем попутали? Еще бы приехали на большом крузере. И если есть вопросы, то приходите днем. И нехуй тут стоять, орать под окном. Но типы отказались это понимать. Пришлось лещей одному надавать. Притом эти трое ебальники раскрыли. Корешка своего сразу же слили. В том плане, что не заступился никто. Вот такие подельники у него. И если бы были бы реальные проблемы, они бы так же поступили, я, бля, буду. Я живу под Ростовом, между прочим. Мой характер стал намного жестче. А тут по-другому и никак. Либо ты, либо тебя, либо нахуй спать. Я живу под Ростовом, между прочим. Мой характер стал намного жестче. А тут по-другому и никак. Либо ты, либо тебя, либо нахуй спать. Через пару недель еще одни качели. Я мирно сплю с телефоном в постели. Очередная ночь, снова звонок. Я говорю, алло, он торгует шаурмой. Я говорю, конечно, все как обычно. Но его голос резко изменился. Он начал меня запугивать хуйней. Типа санпин, вызову ебаш домой. Типа по-хорошему, лучше закройся. Начал вынюхивать номер ННН. Я как-то сразу немного поднапрёкся. Но потом понял, что это все хуйня. На утро мы пробили, откуда растут ноги. Но этот парнишка сам позвонил. Но вроде понял все и извинился. Но вот такие на юге нашем дела. Я живу под Ростовом, между прочим. Мой характер стал намного жестче. А тут по-другому и никак. Либо ты, либо тебя, либо нахуй спать. Я живу под Ростовом, между прочим. Мой характер стал намного жестче. А тут по-другому и никак. Либо ты, либо тебя, либо нахуй спать.